дошли до такого цинизма, что через школьников обнаруживают грузин, которые, так сказать, якобы скрываются от правосудия. Через школьников. Мы рассматриваем. Более того, грузин вылавливают на подходе грузинского посольства. Чекистов! Долой власть чекистов! В нашей стране честного журналиста могут убить в любой момент. Ведь убивают честных людей, убивают подлецы. Я очень боюсь, что прямая связь между антигрузинской кампанией и убийством Анны Политковской может существовать. Просто эти люди услышали команду ФАС. Фашизм не пройдет! Фашизм не пройдет! Фашизм не пройдет! В данном случае преследуется целый народ, грузины. Причем преследуются граждане России, преследуются люди, которые живут в нашей стране. Хотя Конституция России, я хочу всем это напомнить, говорит, в России каждый имеет право на защиту своих прав. Каждый. Конституция России не делает разницу между гражданами и негражданами. Она в равной степени гарантирует права каждому, кто находится на территории России. Сегодня попирается Конституция, попирается закон, попирается международные обязательства России. Это абсолютный государственный беспредел и экстремизм. Это уголовное преступление. Мир народам! Война властям! Мир народам!